Начал уже играть, да я сам в шоке. Я еще только стрим подрубил. Ну, типа, думаю, там перерыв будет, а там закончилась прошлая Best of 3, и они через 5 минут уже начали следующую. Я такой, что? Поэтому чутка не с драфта начинаем. У нас инвейдик на синий баф. Дотка на вечере. Так, что у нас по драфту в итоге? От Рокс 369, Макали для Канави, Акали для Найта, Рулер и Миссинг на Сиверочке с Юмочкой. В свою очередь у Билли Джи у нас, собственно говоря, Билли-Билли, точнее. Гвен Вуконг Ари, Зери Лулу. Угу. Патч у нас старый. Получается первый патч 13.1. В целом, из чего-то новенького, по сути, с мета-чемпионата мира, это то, что у нас АП Маакай, а не танка, Маакай в лесу. Все остальное то же самое. То есть, по пикам мета не сильно шифнулась, можно сказать. Ну, ботлейн мета, окей, опять-таки шифнулась, да, она типа была осенью на чемпионате мира немножечко другой. Сивир и Зери у нас не особо активно там игрались, они были занерфлены. Было больше танка-саппортов. А здесь немножечко к этому вернулись, а так на миде, на топе персонажи, в принципе, те же самые, которых мы и до этого привыкли видеть. Это вода летнего спита, какие Зери, Сивир, Юми, Лулу. Нет, это новенький сплит у нас, как бы рулер-то в JDG. Так что это не воды. Здорово, Валерпост. 369 на топе. Тут Ксун вместе с Бином по нему играет. 369 прок этого хиксдринкера, который он себе купил. Потом Канави, но... Канави не успевает. Первая кровь для Бина. Ягао также смещается. Находит здесь Найта. Но Чарм не находит. Ягао мана нет. Поэтому дальше здесь, скорее всего, файт продолжать не будут. Но на самом деле ФБ в матчапе Гвен от Рокс... прям супер важно. Я думаю, Гвен теперь очень сильно будет давить плейн. 369 будет прям трудновато играть. Так, Сун опять хочет на топ зайти, по 369 сыграть. Нет ультимейтов, правда, у Билли Джи. Билли-Билли по 369 играют. 369 тоже без ультимейта. На Ешке пока вроде выходит. Будут его додавливать. Бин, пошла комба, чик-чик-чирик. И 369 должен здесь умирать. 2-0, 2-0. При этом... именно Бин у нас на двух киллах. Это хьюдж. Топ-лайн закончился для 369, не иронично здесь. Да, ну это вы просто представьте, какой будет дизастер, если состав JDG этот не выиграет ни, типа, ни весну, ни лето в LPL. Я просто, ну, там... можно не иронично сказать, что лучшие игроки, ну, debatable, конечно, но типа лучшие игроки на своих позициях, там, может быть, кроме миссинга, хотя миссинг тоже good. Типа 369, ну да, ладно, есть там Зюс, есть там Брит, но 369, ну, типа топ-2 топер минимум. Канави, ну есть Кейнен, да? Но Канави, ну все равно топ-3, там топ-2 джанглер минимум. Найт, окей, есть Чови, там есть Фейкер, есть Зека. Ну, как бы, плюс-минус около топ-3 Найт находится. Рулер, топ-3 АДшник, ну, 100%. Так, здесь, кстати, Канави поймали. Канави приехал. Вместе с своим топ-2 титулом от меня. Это 3-0. Это кильчик для Ягао. Первый. Ягао с флеша. Хорошо, по 369. Ну, 369 забрали. Найт ищет возможность драку залететь. Залетает, забирает Ягао. И по элку можно доиграть. Минус Элк. Размен у нас получается 3 в 1 в пользу JDG. Let's go! Let's go, JDG! Окей, хотят опять попробовать по 369 сыграть. 369 с флешом, 369 сейчас будет ультимейт. Рулер с миссингом спотают здесь. Билли-Билли в своем лесу. Редбафф, правда, у них все равно отжимают. Билли-Билли стартует на Шора. Не-не-не, ну на Шора стартить они не могут. Так, по Канави играют. Минус флеш у Канави. Хорошо, циклон туда же. Забрали двоих. Минус миссинг. 369 больно. 369 приехал. Прилетает сюда Найт. Подходит рулер. Рулер размен дает. Забирает к Суна. Поэтому на Шора будет тяжело Билли-Билли уже делать. Без Вуконга. Рулер пока доджит. Есть еще флеш клинс. Там пока Найт с Бином 1v1 разбираются, но вроде Найт вышел, хотя его будут пытаться чейзить.
Элк не попадает за медлом, потому что Найт выфлешивается. Но и вроде живут. Вроде живут. GGG на Шора не отдали. Так, на Шор у нас Билибили стартует опять. Минута до Дрейка. Но ХЗ танчить... Ну, танчить могут под Лулу. Че, дают? Нет, нет, GGG здесь. Там просто Найт пошел пока на вейв. Там 6к, 5к. Рулер далеко. Канави, пошли корни. Забирает. В итоге Вуконг этого на Шора. Но GGG попробует подраться. Здесь Найт находит фланг. Ну, Ксуна, скорее всего, заберут. А если Ксун умрет, это душа может быть для GGG. Минус Вуконг. 3-6 Найт, слыша! Минус Ягао. 2 в 0, размен в пользу GGG. Несмотря на то, что Билибили на Шора получили. 25 секунд до души для GGG. Оформление трансляции, может быть, попозже поменяется. Еще посмотрим. Не от меня зависит. Так, Ксун пока Нави играет. Ксун. Ну, кстати, Ксун умрет за это, нет? Хотя, живет! Зачем подошел? Зачем подошел? Он мог откайтить, еще и выжить. Но все равно, минус 2 в пользу Билибили. Умер Вуконг в размен на 369 на Канави. Найт, рулер и миссинг будут дефать. Найт пошел вперед под Юмой. Страха вообще нет у него. Минус Лулу, минус Ягао. Там еще Элк скушал саплинга по дороге. Ебать, Найт залетел хорошо. Ягао ищет чарм. Но все, GGG забрали позицию. Это огромная проблема для Билибилиев исчекать саплингов. Там три штуки вон только на одном проходе. Канави туда накидывает. Бин. По рулеру играют. Рулер есть флеш. Ультимейт миссинга прожимается. Рулер пока вы откайтил. Нормально живет. Канави флеш вперед зачем-то нажал. Так, ну и Билибили должны на Шора с этого получать. Либо как минимум начнут. Канави еще и флеш потратил. Это какой-то рофл вообще. Нахуй он флешнул? Это фри нэш. Рулер только с базы бежит. Там под элком, под бином демеджа нормально. Канави не может зайти в пит. Ягао еще не дает. Пробивает здесь на пол хп Найта. GGG дропать. GGG надо дропать. Хотя у Канави еще ульта будет. Может они хотят файт посмотреть. 369 больно. 369 просто ваншотает нахуй с карты. Рулер стреляет. Рулер. Найт полетел в США. Пока в жоне. Он убили. Элдер стоит. Размен один в одного, умер 369, умер он. GGG попробует зафорсить, но барон рекола, они не успеют нихуя зафорсить этого Элдера. Канави рофлит вообще сегодня пока. Окей, GGG забрали немножечко позицию, по крайней мере, но, видимо, ее сразу будут отдавать. 15 секунд от 369. Им нужно постолить время, потому что 369 прилетит, они будут 5 на 4, лолы ТТП нет. 10 секунд до 369, он успеет точно прилететь, и GGG будут форсить файт. У Канави как раз ульта закатится. У Канави как раз откатится ульта. ТП 369, Ягао пытается найти чарм, находит чарм по 369, и 369 прилетел, сейчас еще и улетит, Ксун прыгает вперед, 369 пока в секундомире. 10к остается на Элдере, Лул идет с базы. Очень больно, там паук проходит по Билибили. 4к на драконе, Ксун. Ксун пробитый, 4к. Ксуну можно просто убить. Хорошо залетает 369, но 369 пока живет. Там рулер умер. Вейт, рулер умер. 369 может, по-моему, всех убить сейчас. Бин. Не, все, там 369 под Юмой, там Найт под Юмой. Убили, конечно, рулера, но 4 человека погибло. Элк один против всех. Элк, вейт! Элк! Он сейчас квадру сделает. Шиш! Там Ешка будет, нет? Элк? О май гад! Бин, ну, кстати, да, Бину надо бы фланг поискать. Я не знаю, почему... Так, Ксун прыгнул в рулера. Ебать, Ксун интонула. Нахуя они не могут фуловить? Там корни, там Юми, Канави тоже куда-то далеко полетел. Рулеру больно. Бин! Рулера можно убить. Не успевает его забрать, но при этом падает Найт. 369 под Юмой. Там Элк кайтит! Элк куда полетел? Элк, тихо, молодой! Элк! Нет, Канави его забирает. Это минус 4. Только Лулу вышла. Элк пытался хироплей сделать, но GGG все-таки Элдера для себя получают. Они с этим не закончат. Там 20 секунд Аксуна.
Both teams looking to kind of go for this one here. Minute 20 left on that Baron, but it's gonna be hard for them to really get something. Так, ну Т3 они точно додушат с этим нашором. Пошли корни. Просто отзонили, чтобы ингиб забрать, скорее всего. Ингиб должен падать. Да, ингиб забрали. Да, Элдора минута 40. Пошли по Т3 на миде. Ксун ищет ингидж. Биин прожимает ультимейт в 369, выходит назад. Ягау на пол хп пробитый. Ну, отдали ультимейт Гвен, пока все на этом. То есть, пока кнопки еще били-били есть, нужно отойти на рекол было. Ягау. Ксун вообще просто мясо. Я также себя на Вуконге в слуку чувствую, когда в отставании играю. Просто нихуя не можешь делать. Рулер забирает Т3. Забирают ингиб. Че, пойду тендить пытаться? Там сейчас корни опять у Канави будут. Окей, Канави прожимает ультимейт. Там цепанули Она. Одну Т4 забрали. Ягау опять пробитый на пол хп. Забрасывается все котиками. Элку тоже больно. Окей. Залетел Ксун. Ксуну очень больно. Не, ладно. Это конечная, там даблкил для рулера уже. Че, maybe трипл какой-то? Maybe квадро какой-то? Рулер стреляет. Трипл килл для рулера. Рулер. Квадро килл для рулера. За пентой. Надо. Они не забрали. Они не забрали пенту, но забрали игру. 1-0, JDG ведут серии против Билибили. Они хотят отдать Юми, взять Люциан Нами себе. Они забирают Лулу себе, не Юми. Ну, наверное, типа, во-первых, типа, с Юмой против Вайни очень хочется, Лулу поприятнее будет в этом плане. И, наверное, 2 на 2 с Лулухой тоже приятнее на боте будет стоять, чем с Юмой. Поэтому решили именно Лулуху пойти. Ну да, Люциан Нами закрывается для Билибили. Ягао будет у нас на таком больше утилите мидере. Найт локает себе Лиссандру. И остается... Ну, керри топ, наверное, должен быть. Это будет Кеннон для 369. What the fuck is happening? Но, блин, я не знаю. Там, на самом деле, этим файтах Люциану Нами будет очень трудно жить. Там Кеннон, который ищет фланги, там Лиссандра, Конг. Там слишком много инструментов, против которых нужно как-то играть. При этом дэмэджа справа... Справа вообще как-то дэмэджа маловато. То есть, да, Талия под Вай, нормально можно будет шотать, допустим, пытаться какой-то таргет. Но если у Элка будут проблемы, то Билибили вряд ли смогут эту игру выиграть. Я бы сказал, что это 2-0, но посмотрим. Так, ну шестые появляются потихонечку у всех. Канави шестой взял, Канави с ультимейтом, Ксун тоже шестой только что получает с големов. Ягао вместе с Ксуном идут на топ, хотят попробовать сыграть по 369. Ну, Бина заканчивается мега форма. Ксун полетел в 369, Ягао сюда прилетает, 369 прожимает ультимейт, но он здесь точно умирает, здесь он уже никуда не выходит. Должна быть первая кровь для Билибили, ее забирает Бин. Две игры подряд 369 ФБшит. Бин, Канави, хорошо играет по Ягао, подходит сюда Найт. Найт локает Ягао, прекрасно ваншотует здесь Талию, есть размен от JDG. Но Ксун уже здесь не сможет никуда полететь. Это 1-1. Так, Билибили стартует Герольда. Найт с ультой остался, если что. Элк. Пробил миссинга хорошо, еще и ультимейт прожимает. Канави играет по Элку. Найт. На Ешке не летит, это точно герой для Билибили. Забрал его уже Ксун, плюс еще и пробили хорошо. Ну да, там рулер парочку пластин, может быть, съест. Две максимум. А он вообще даже три успевает. Да, три успевает. Три пластины это много. Как бы Герольд-то у нас... 1,5 теперь забирает. Там, по-моему, сейчас Лиссандра с Вуконгом будут играть по Вай. Играют по Ягао. Ягао есть флеш. Ой, Ягао неудачно флешится. Его, по-моему, Канави сейчас соло болит. Просто соло килл от Канави. Ягао... Пока немножечко подводит свою команду. Бин играет по 369 без слэша.
Аксун на миде, да, ведь здесь 369 не будут. Убий на мегаформе тоже в ближайшее время не будет. Но это пока единственные хорошие новости для Билибили. Это то, что Бин выигрывает топ. 369 прям страдает. Но Билибили отдает дракона. Ой-ой-ой, Бин. Саберхиты! Хорош, Бин, соляра. Ягауси венец собрал. Ксун с хилорезом. Канави хочет сыграть по Ксуну. Пошел циклон. Ксуну больно, Найт подходит. На Ешечке легкое убийство. Здесь еще и Элк встрял. Волну отдали, выфлешиваются и ОН и Элк. И JDG еще и по Митору-то могут сыграть. Не факт, что они его заберут, потому что Ягао тоже подходит, ставит стену. Найт немножечко отрезан от команды, но здесь по нему никто не сыграет. А Найт просто дайвит. Прожимает ультимейт в себя. Миссинг танчил турет, рулер танчил турет, но оба выживают. Забрали Ягао. Очень чистенько JDG пока играют в этом плане. Так, Бин цепанул его Найт. Прожимает ультимейт, подходит к Канаве, пошел циклон. Но за секундомера Найта, Найт выживает, Бин падает. И это в теории должен быть еще и дракон для JDG. Найт, кстати, без телепорта на топе. Но он заберет вышку там, поэтому можно не торопиться JDG, спокойно здесь разыграть все это дело. Так, Сун по Канаве играет, хорошо цепанули. Канаве флешаут, бабл мимо. Прилетает сюда Найт. Ой, хорошо, фланг какой, 369 находит Элку, больно, Элк умирает. Найт забирает его, доджит бабл ультимейтом. По Ксуну доигрывает, Ксун на кушке вышел. Так, Найта, кстати, цапнуть могут, хорошо. Бабл. Он бабл не попал. Там ван ви ван топер опять дерутся, Бин по 369, но 369, но флэш. 369 умирает. Там, правда, Ксуна поймали. Найт успевает себя улетануть. Подходит Бин спину. Бин с мегагнаром, но он без слыша. Рулер с двумя самонерками. Рулер! Бабл-бабл еще по канаве! Рулер! Почему рулер не флешнул? Билли-билли камбэкают. Минус 4, это на шор. 369 ищет фланг с телепортом. Ой, биг, 369 по Элку. Элк успевает выйти, Найт тоже до него не дотягивается, но там туннель от Ягао. Ягао очень больно, Ягао должен умирать, у него нет флеша. Минус Ягао, там Бин тем временем работает по Найту. У Бина есть флеш. Найт пока в секундомере. Бин. Найт прижимает ультимейт в себя. Подходит к Сун. Жун играет хорошо по 369, но минус 369, Найт тоже умирает, даблкил для Элка, Элк стреляет дальше, еще и по миссингу Жун достает, Бин накидывает своим замедлением по Канаве, Канаве должен умирать, Жун вместе с ним летит за Канаве. Ну и Бин с Жуном и Элком оформляют это убийство, это должен быть дракон плюс на шорты Билибили и скорее всего 1-1. Там уже пошел Бин Т3 ковырять. По Т3 на миде тоже работают, Билибили. Минус Т3 на топе. Вчетвером пытаются Бина там отзонить. В итоге Т3 на миде тоже падает. Минус ингип на миде, минус ингип на топе. Две стороны Билибили открывают. Будут ли они пытаться с этим финишить? Но по идее, идти на бот и так далее с такой офф-темпом, что можно реально попробовать просто в Т3 здесь поиграть. Пошел ультимейт от Элка. Пробил Канави сильно. Найта тоже. Найт. Залетает, прожимает ультимейт Велка, но там Микаэли. В итоге Элк выживает. Тем временем Бин просто двоих человек на себе держит. Выбивает ультимейт из Канави. Рулер пытается пострелять, но тут Жун нажимает ультимейт. Рулер должен умирать. 369 под экзостом прожимает ультимейт. Рулер забирает хотя бы Элка, но дальше он умирает. Так же, как и его топ-лейнер. И это 1-1. Билли-билли сравнивает счет в этой серии. Let's go. Три карты, чат. Три карты. Но Бин красавчик. Бин пока прям отлично играет. И прошлую карту хорошо играл, и эту карту хорошо играл. Пока Бин молодец. Да, Синдра будет на ПП для Найта. Но Синдра у нас еще и усиление получила. Она теперь в лейте хорошая. Ей скейла подкрутили, и линию при этом все так же хорошо контролит. Поэтому Синдра, я думаю, что много будет пикаться. Аша появляется для Билибили. Это выход на Ашу Хеймера, может быть. Плюс Вуконг для Жуна опять. Варус для рулера. Но варус кармы, может быть, какие-то. А, или хеймеры сами заберут. Это, кстати, смарт.
Окей, это будет Джейс для 369. О! Это камень? Но Мальфит супер гуд в Джейса работает, нет? I was going to say, it doesn't really work with the comp they're going for, but... Well, you know, it's not... It does. It's pretty good into Varus, but I think, you know, you go into Heim turrets, it's... У них улын бешеный, Вуконг, стрела Ши. Не, ладно, это Камила будет, камня здесь не будет. Не, ну вообще... Бин на контрпике на этом, если опять выйдет вперед, у GDG будут огромные проблемы. При этом у них у Билибили хороший матчап на боте, нормальный матчап на миде, хороший матчап на топе. Я думаю, что Билибили могут так-то и закрыть 2-0 это. Ой, фу, ну не 2-0, а 2-1, вы поняли. Подходит Джун на бот. Окей. Можно по миссингу сыграть попробовать. Выбивают флеш из миссинга. Да, флешиваются. Первая кровь для Билибили. Левел 2 на бота Джуна. Хорошо. Уф, чуть не сбил им рекол. Еще и вейв плохо стоит, и там Джун на топе. Но он, правда, только големов забирает. Он левел 3 сейчас не будет. У него синий, красный големы дадут ему левел 3? Ой-ой-ой, Бин. Но, кстати, по-моему, Бину сейчас больно будет. 369. Хорошо, шокбласт. Кайтит Бина. Ой-ой-ой, 369. Очень близко было, чтобы Бина забрать. Бин тоже БКТП сейчас должен. Да, левел 3 есть у Жуна. Левел 3 есть. С големов и двух бафов. 369 огромный вейв по туртам Бина. Но 369 с флешом, если по нему сейчас Джун будет играть. 369 хочет рекольнуться. Выходит Джун сюда. 369 будет пытаться это дело откатить. Выпрыгивает на Жуна. Но Жун без флеша. Да, окей, 369 вышел. Но вейв отвратительный. Вейв отвратительный для него. Бин бэк-тпшница. Так что 369 очень неприятно сейчас. Он теряет полторы пачки здесь. Но на топе прям дизастер для 369. Хотя Канави сейчас на пушащемся вейве для Бина может подойти. Бин но флэш. Неудачная просветочка от Аши. Канави пытается подблокать Бина. Бина сбили. Ешки 369. Бин умирает 100%. Бин 100% умирает. И 369 здесь камбэкается. Стрела мимо. Ой, Жуна не видели. Ебать, у него хорошая позиция. Канави? Канави должен умирать, нет? Не, Канави догорит. Ягао забирает это убийство для себя. Еще и 369 здесь, скорее всего, заберут. 369 пытается как-то откайтить под вышкой. Но это даблкил для Ягао. Подходит Найт. Жун выходит, Найт пытается его добить, не получается, дизастер, дизастер для Найта. Ультимейт Бина? А Бин-то зачем подошел? Так Найт сейчас может здесь вообще троих забрать, попробовать. Не, Ягао откинулся кнопками, но зачем Бин подошел, он же выходил. И почему он подтернил? Зачем? Там по миду играют. Ой, 369 приехал. Добрый вечер, первое убийство для Она. Как бы все. Найт просто немножечко гэпает. 1v1. Лучше трейдится. Лучше вейв контролит. Так, ну Элк приехал здесь на боте. Вейт, вейт, Элк. Чуть не засолировал против Канави. Это две самонерки вжал за это. Найс трай, да. Найс трай, но две самонерки вжал. Ничего не получил. Не пускаю здесь нормально JDG к этому Герольду. Но там уже ПД2 работает, Найт. Хеллоу! Они, ну, JDG сейчас, если заберут Т1 на боте, Т1 на миде, Т2 на боте, это инсейн какой трейд на одного Герольда. Миссинг там стопает Бина с Жуном, они ничего не находят. Герольда только забрали, там Т2 доковырял Найт, нет? Найт забирает Т2, но правда он умрет за это, по-моему. Хотя еще и выйдет. Инсейн. Вон и стрела опять. Хорошо! По рулеру две ульты сразу влетело. Бин дофлешивается, забирает рулера. Красиво. Еще и по Найту можно сыграть.
Найс телепорта прилетел в середину драки, Бин под фокусом, Бина забрали. Найт получает на себя убийство, один в одного разменялись. Но теперь Элк вместе с Ягао и Ионом расстреливают Канави, Канави вынужден флеш нажимать. Ой, Чарм от Ягао, хорошо, подконтролил, миссингом можно взять, а в итоге забирает 3-6-9 убийство на Жоне, заснайпил, хорошо. Найт под фокусом, теперь там Канави может сыграть по Ону, хороший стан от Найта, Ону можно забрать, Оно забирает 3-6-9, Ягао пытается вместе с Элком откидываться кнопками, но в итоге размен 3 в 1, JDG просто на каких-то невероятных лимитах здесь разворачивают. Вы смотрите, сколько хп у всех. God damn. Стрела полетела на 3-6-9. Стрела мимо, 3-6-9 вышку должен забирать. Ну, что-то испугался он Бина. Но, кстати, Бина его, по-моему, даже и убьет 1-1. Канави. Ягао ищет чарм по рулеру. Ягао не попадает чармом по рулеру. Больно Жуну. Жун умрет. Но Ягао... Но там клинс флэш был у Варуса. Это все равно было плохо для Билибили. Не знаю, зачем они это делали. Они не... Ну, Канави слишком плотный таргет. Типа, Жуна просто развалила. Даже если бы чармом попал Ягао, но выбил бы клинц из Варуса, драка бы все равно была проиграна. Типа Билибили надо через сайт играть, просто через Бина как-то, я не знаю. Мне кажется, стрейт 5 на 5 им файт они не выигрывают. Драться против Хеймера, Варуса, Синдры очень тяжело. Так, рулер поймал... Окей, очищение нажал. Стрела попала от Оно. Выбить очищение. Так, Бин на боте, 3 человека на него выходят. Пытается залунить Найта, Найт с секундомером был, да? Флэш от Бина, Бин умирает, но Найт, кстати, тоже погиб, Жун все-таки его добрал. Тут еще и телепорт от Ягао, рулер рядом уже. Ягао находит чарм по Канави, но они не убьют его, им не хватит урона забрать Джонни. Один в одного разменялись, 3-6-9 пушит топ при этом. Опять все плохо для Билибили здесь. Там сейчас стрела скоро опять урона откатится. Так, Билибили стартуют. Ягао ищет чаром. Никто не фейс-чекает пока что. Ягао, очень больно, Ягао поймал стан от Найта, но Найта также забрали. Размен 2 в 1 пока что. Элк кайтит, 3-6-9 в секундомере. Бину больно, это драка в пользу JDG. Еще и Элка здесь додушит, он без пуша. Канави дофлешивается за дэшником Билибили. Это трипл килл для рулера. И это на шор для JDG. Ягао что-то прям... Не очень хорошую игру проводит, честно говоря, на аре эту. Ой, как больно залетает паук. Да, но там еще Сидж у JDG, конечно. Летали Тиварус, Джейс, Синдра, которая с комбой. Так, ульта от Канави по Ягао. Ягао пока в секундомере выигрывает время. Т3 падает. Уф, там чуть-чуть телепорт. Он не сбил Найту. Стрела не достала. Че, JDG тут заканчивать? Бин, правда, на миде. Вейв почти забрали. Бин пушит пока. Пока разменивается. Он больно. Окей. Бин пушит Т2. JDG не закончит. А Бин тем временем собирает здесь бабки. Оп. Сюда деньги. Две вышки взял. Ну, все. Там только он вернулся, теперь Ягао уже надо уходить. Там еще одна комба от 3-6-9, и Ягао уже будет прям на критичном количестве здоровья. Бин ищет фланг в спину, там стан залетел по Элку, как больно! Ягао в Джоне. Ягао умрет, его просто ваншотит. Здесь 3-6-9. Бин залетает в спину, забрал рулера! Бин, тихо, Бин! Шиш! Минус Найт! Минус 3-6-9! Ебать, Бин! Как же он солирует опять! Бин! Так, Элк хочет миссинга еще так чейзить. Миссинга есть флэш. Но да, миссинг просто здесь умрет.
gonna actually tell you, there's actually a staggered death timer, which is not ideal for the side of JDG. You can see they just. Но это очень плохо. Они отдают дракона и на Шора, скорее всего, с этого. Это супер поздняя смерть. 30 секунд до митинга. Так, JDG, стартуют на Шора. 10к, а ну то, кстати, Элк-то далеко. Элк заберсами ходил, из-за этого не успевает. Элк заберсами ходил, из-за этого не успевает, но Жун может состилить. 2к, 3к. Блять, просто ваншотнули, но теперь могут по канаве сыграть. Жуну больно, Жун флешаут. А там Бин пушит по боту. Но стопнуть нечем, Билибили особо здесь. Стрела странная какая-то от Она. Так, JDG. Бин ищет фланг. Ой, какой стан от Найта! Жун живет. О май гад, какой стан был. Бина поймали, Бина поймали, Бин поймали. И Бин на Ешке выпрыгивает. Как же Билибили держится. Еле-еле, но дракона отдают. Это соул. Это соул для JDG. Это морская душа для Сиджуани, для Поук сетапа. Это практически приговор для Билибили. Окей, Билибили сами стартят на Шора. Стрела мимо, по миссингу. Миссинг секундомерно жал, ультимейт хороший, по Элку минус очищение. Канави может быть под фокусом, как же Жуну здесь больно. Элк без позиции, Элк ловит стан. Элк! Элк пока живет, хорошо залетает Жуна, в итоге 2 га, и Жун, и Элк падают в га. Бин пока выигрывает время в секундомере, но, по-моему, Билибили здесь разваливается. Жун умирает. Бин туннелит рулера. Рулер прожимает очищение. Слыша по нему играет. Бин, он забирает рулера. Да. А, в итоге только Бин умер. Остальные Билибили смогли выйти. Стрела. 369 стопнули. Очарование. Хорошее. Бумеранг. 369 не падает в га. Комба. Билибили живут. Один в одного-то в итоге разменялись. Выглядело так, как будто Билибили сейчас там уже все упадут. Но JDG фуловый, у них Ocean Soul. Это фри на шор должен быть для них. Жун сюда не успеет. Ну, хотя, подождите, нет, Жун здесь. Но Жун, ну не успеет, на шор разобрали. Я думал, что Жун на регула шел. Ну, здесь рулера просто пошли все спасать. Так, драка. Найт в секундомере, Шун сейчас умрет. Шун умирает, 369 на фланге, Ягао тоже больно. Но вот теперь уже точно драка, хотя, подождите, Бин запрыгивает в рулера вместе с Оном. Бин, хватит. 4 в 4. What the fuck? Так, ну что, драка за Элдера, 4 в 4 разменялись. Поехал повтор. Там Ягао бэк-тпшится. Билибили ищут стрелу Она, например. Подходит к Канаве. Сбили Баншу 369, попали стрелой. Ой, там больно Бину. Бин в га упал, Бин в га упал. 6к Дрейк, 6к Дрейк, Дрейк регенится, Дрейк регенится. Бин живет. 5к осталось, 4к. Шун пытается жить, пытается жить. Кто-то берет Элдера, Элдера. Кто забирает? Элдера Найт забрал. Элдера Найт забрал, один в один разменялись. 369 там еле живой вышел. Элдера забрал Найт. На шор через 30. Нави. Нави? Канави. Так, Элдер еще 40 секунд. Стрела. Ой-ой-ой, Элка поймали. Элк пока живет. По Шуну теперь играют JDG. Но вроде Билибили пока держится. Пока откайтили. Элдер почти закончился. Бин! Тихо! Бин! В ультимейте! Бин забрал Хеймера! Еще живет! Но все-таки падает от Элдера. Не, все, конечная. Элк умирает. Трипл килл для рулера. Че, за пентой? Пента! Пента для рулера! Квадрокилл! Дай пенту! Пента для рулера в первой же серии! Квадро не сделал в прошлой карте, но в этот раз все-таки пента забирает рулер! В первом же матче за JDG! Забирает пенту!
Крутая серия. Хорошая. Чат. Всех поздравляю с началом сезона. Всех поздравляю с началом сезона нашего киберспортивного. Начинаем с Бенгера. Но подарили Пенту, но он там не ушел бы никуда, я думаю. Он там типа без флеша стоял на... рядом с ним. Его бы дочейзили все равно. Отличная серия, вообще кайфик. На GDG начинается победа.